Начинаем. Совсем скоро наступит День Святого Валентина, День романтики и любви. Необычные подарки, признание в любви – это то, что делает этот праздник по-настоящему особенным. В каждой стране существуют свои традиции, и каждый народ пытается создать какие-то традиции. Например, в Италии, в стране, в которой этот праздник по легенде и зародился, принято дарить сладкие подарки и цветы, в особенности розы. Традиция, которая пришла от них к нам, это дарить анонимные валентинки. Это придает какое-то необычное и загадочность к этому празднику. Во Франции, в стране, которая считается страной романтики, любви, люди в основном дарят сладкие подарки. Так, секунду, что-то я немного сбилась. Что тебе мешало? Да, в принципе, ничего, не знаю. Что изменилось? Ничего. Что-то изменилось. На улице было как-то проще. Ага. Можешь читать, положить телефон на стол и периодически подсматривать. Не надо. У меня нормально все с говорением. Так, ладно. Секунду. Я тогда начну с Голландии снова. Любого места, которое тебе нравится. Хорошо. Нидерланды – это удивительная страна с такими же удивительными традициями. Там ли для кого не будет удивлением, если девушка сделает предложение парню? А ему как бы не стоит отказываться, потому что в знак извинения ему придется дарить ей шелковое платье. В Канаде есть похожие традиции. Девушка тоже может сделать предложение парню, но там все намного жестче. Там по закону его могут посадить в тюрьму за отказ или же заставят выплачивать денежный штраф. В Японии, в стране восходящего солнца, мужчины сделали этот день своим праздником. В этот день девушки дарят подарки мужчинам, оказывают им какие-либо знаки внимания. Также особой традицией является дарить шоколад. Существует два вида шоколада, один из которых ты можешь подарить совершенно любому человеку, а другой дарится только своему любимому. Неважно, что вы дарите своим любимым, какие вы оказываете знаки внимания в этот день. Самое главное – дарить друг другу традиции. Вы должны дарить друг другу не просто подарок, чтобы в нем была душа, чтобы вы оказывали такой знак внимания, который будет каждый год радовать его. Вот. Спасибо. Что-то я запуталась немного в своем окончании, в своем выводе. Не, ничего, все вроде как ничего.